Семья, всем привет! Сочи, Краснодарский край. У нас 19 января 2021 года. Ну что, продолжаем поиск квартиры полноценной двушки желательно для Андрея. Ну, как бы, может быть, кому-то еще понравится, поэтому нам принципиально как бы статус квартира. Но я пытаюсь переориентировать на жилое помещение, так как все-таки полноценная двухкомнатная квартира по относительно недорогой цене найти очень проблемно. Ребята, значит, 63 квадратных метра по документам, 70 квадратных метров по факту. 166 тысяч за квадратный метр, это уже почти что с оконченным ремонтом. Осталось просто мелочи выбрать, либо обои, либо покраска стен, повесить пару люстр, а так все, в принципе, сделано. Абсолютно стандартная ЖПшка, улица Клубничная, рядом Виноградная, вся инфраструктура. Что самое главное для любой квартиры? Правильно, чтобы рядом было что? Правильно, магазин «Красное-белое». Это самое главное. Вот именно так в наше время многие люди выбирают себе покупку жилья. «Красное-белое» есть рядом, а значит все, жизнь успешна, жизнь удалась. Ребята, переворачиваю камеру, сразу захожу в квартиру, вот за моей спиной стандартная ЖПшка, абсолютно беспроблемная. Еще раз говорю, это отличная, отличная цена, поэтому стоит подумать о покупке. Полноценная двухкомнатная квартира. Ребята обмеряли в свое время, когда покупали. 70 квадратных метров, можно приехать перемерить, но по документам 63. Это для Сочи круто. 166 тысяч за квадратный метр с ремонтом, с оконченным, еще раз говорю, фактически законченным, там 10% осталось, просто мизер. Это отличная цена. Отличная цена. 10 миллионов 500 тысяч рублей. Показываю квартиру. Так, значит, смотрите, при входе у нас зона прихожей получается. Мы проходим, в квартире все сделано, штукатурка, шпаклевка на стенах. Осталось просто принять решение. Либо вы обои делаете, либо под покраску. Вот знаете, каждому свое. Хозяева не успели это делать, поэтому сами примите для себя решение. С правой стороны у нас зона санузла. Прямо у нас кухня-гостиная. Давайте начнем с санузла. Отличная дверь, отличная фурнитура, качественная дверь. Смотрите, как выглядит санузел. Отличные оттенки, ванна есть. Для девочки это что? Это главное, ребята. Если не главное, то одно из самых главных – это ванна, потому что любая девочка может что? Правильно, понежиться. Поэтому и ваша жена, Андрей, между прочим, будет вам за это благодарна. Бойлер на всякий случай. Слушайте, ну ванна идеальная по оттенкам, и в принципе она идеальная. Кухня-гостиная. Здесь однозначно диван, а раскладной, полуспальное гостевое место на всякий случай. Кухонная зона достаточно обширная, кухонного гарнитура не хватает, котел. Ну, здесь, соответственно, распланируйте самостоятельно. Телевизор висит, световая точка, пожалуйста, вам темно здесь, ребята, не будет. Вот, пожалуйста, вам пальмочка, будете любоваться. Все, с кухонной зоной все понятно. И две спальни, ребята, они проходные, но, тем не менее, они две изолированные спальни. Одна проходная, вот эта, и вон у нас еще вторая спальня. Вот так вот выглядит одна спальня, тоже световая точка, пожалуйста, вот телевизор, все есть. Можете здесь вообще сделать какой-то лофт-стиль, налепить на стены клинкерный кирпич, и будет вам здесь некий такой лофт, молодежный стиль. Это спальня номер один и спальня номер два. То есть осталось по мелочи решить, что у вас будет на стенах, и здесь и на кухне повесить какие-то там люстры. Все, все остальное есть. И вот спальня номер два. Тоже две световые точки, световая точка номер раз и световая точка номер два. Поэтому, ребята... Без проблем, без проблем. Отличный вариант, 166 тысяч за квадратный метр, 166 тысяч за квадратный метр, в принципе, почти что с оконченным ремонтом, 10 500 за 63 квадратных метра по документам, а по факту обмеряли здесь целых 70, ребята, такое тоже у нас очень случается. Отличный вариант, нужно иметь его в виду, не упустите. Счастья, здоровья, любви, я вас всех, ребята, обнял.